Президент Российской Федерации Владимир Путин лишил должностей сразу двух руководителей крымских силовых структур – министра МЧС Сергея Шахова и МВД Сергея Абисова. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Сергей Шахов до указа президента занимал двойную должность министра МЧС по Крыму и начальника главного управления Республиканского ведомства России. Теперь он находится только во главе регионального министерства. Ушел с поста и начальник МВД по Крыму Сергей Абисов. Сейчас его обязанности исполняет заместитель ведомства Петр Каранда. Указ о назначении новых руководителей пока не публиковался. Кроме крымских, своих должностей лишились еще 6 чиновников со всей России.